Устраивает вас, как бы устраивает город? Мне больше хотелось бы что-то нового, как бы, чтобы лучше было развлечение. Почище, чтобы цветов, чтобы побольше посадили. Ну, я думаю, здесь много что нужно сделать. А чем могу я сказать вам? Ничего не могу сказать я. Чем можете сделать вы? Наверное, привести его в порядок, потому что на улице очень грязно. Вот. Что еще? Дороги прекрасные, чтобы были. Ну и все. Ой, благоустройство. Ну, парки, мне кажется, обновить надо. Ну, вот если тот Марков сад, ну, на как, ну, посовременнее, что ли, сделать. У меня, например, дочь учится в Ульяновске, они с однокурсниками ездили в Ишеевку. Там намного современнее парк, говорит, чем вот этот Марк. Ну, здесь природы полно, все спокойно, ничего не происходит, поэтому, я думаю, тут вполне себе уютно. Чего не хватает? Побольше деревьев. А дороги, парки? Ну, дороги, да, дороги тоже нужны. Дороги, самые первые дороги сделать. И чтобы чистили все и убирали, потому что вот даже у нас во дворе не убирают. Поэтому, ну, думаю, что это первое надо, потому что мы все люди, многие гуляют, пешеходы, поэтому как бы это удобно. Ну, не знаю, как-то так. Чтобы побольше парков было, мест для развлечений. Все, наверное. Да. А по тому, как убираются, по дорогам, ремонту, желательно получше сделать дороги. Да. Чтоб почище было, как бы. А то, как заезжаешь, везде мусор валяется, вот так вот. А так, в принципе, Димитровград мне нравится. И где же взять средства? Я не семи пядей во лбу, я вообще не понимаю, как это движение происходит. Средств внутри государства, и откуда они берутся. Ну, я знаю одно. Пушкин нам сказал, так, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет.